Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис, и мы проходим такой трешняк, как «Кровавая бездна», по-английски «Ред Океан». Игра чуть-чуть напомнила Far Cry, но более ничем, но сюжет, в принципе, как короткая игра, в принципе, достоин. Так что делайте чай, ламповое настроение, приглашайте друзей. И, в общем, мы сейчас погоним коней, как говорится, да? Так. Насчет чувствительности я пока не знаю. Так. Ладно, будем думать, что все настроено. Так что может быть не оптимизированный движок. Так что не удивляйтесь. Погнали. Ред Океан. Ладно, теперь. Можешь нырять сама. Но когда доберемся до подлодки, оставишь меня одного. Договорились? Лодка моя. И оборудование тоже. Глубинный дайвинг — это тебе не хитоньки. Ты меня нанял, так привыкай, что я буду прикрывать твою задницу. Если координаты правильные... Вон она, подлодка. Ты оставайся тут, а я проверю корму. Вернусь через 10 минут. Черт! Хаммерсон! Вот черт! Хаммерсон! Джек! Хаммерсон! Джек, ты должен... Скажи ему, он собирается... Это еще что? Бугагашеньки нас ждет тяжелая ситуация. В стиле экшена, да происходит какой-то великий пипец. Да, пока ждем загрузку, можно похлебать кофе, подумать о хорошей погоде и нажать левую кнопку. Так, но чтобы сильно не зацикливаться на одних и тех же моментах, я сделаю... Что я сделаю? Я сделаю вот так. Так. Он кнопка, да? Ладно. Так. Ждет нас какой-то великий... Ух ты! Хаммерсон, залезай твою так! Куда залезать? Кого лизать? Куда залезать? Ты чё? Странно. Ладно. Попробуем разобраться, да? Джек, ты меня не знаешь, но это сейчас не имеет значения. Хаммерсон, агент ЦРУ. Кое-что пошло не так, как надо. Мне нужна твоя помощь. ЦРУ, агенты. Знаете что? Я вытащу Хаммерсона, а потом мы валим отсюда к черту. По-моему, ты слишком беспечен. Ерунда. Так, и чё, нам ничего не дали, да? Беспечный ангел. Так, сюда, что ли? Так, ладно. АФ-9 работает? Работает. Внимание всем постам! Поисковый отряд 5 не отвечает. Общая тревога. Бабах! Ой. Черт! Моя лодка! Как мне без нее отсюда выбраться? Похоже, мы вынуждены положиться друг на друга. Я все объясню, но позже. Сначала надо найти Хаммерсона. Бывает. Первый труп. Ой-ой-ой, как стрёмно, нас убьют. Слушайте, я думаю, у Хаммерсона бывали дни получше.
Возьми пистолет, здесь опасно. Внимание сотрудников службы безопасности. Неопознанный объект на станции Б-1. Зона перекрыта до опознания. Где он? Мам? Блин, это меня замочить хотели. Бау. Успокойся, Джек. Делай, как я скажу, и я тебя вытащу. Да ладно, вы все так говорите, да? Блин, никакие команды не работают. Что за фигня? А где патроны? Чувак был без патрон? Да. А что тут? Мяу, мяу, мяу. Так, подожди, она вниз. Так, фонарь. О, батарея. Как выключить эту херовину, а? А как туда попасть? Дверь разблокирована. Джек, эти парни циничные убийцы. Хочешь выйти отсюда живым, пробивай себе путь выстрелами. Я выйду на связь позже. В какую сторону мне идти? Отпад. Так, я чувствую, что они пойдут сюда, да? Так. Но если они пойдут сюда... Где? Там-п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 ам. Первые трупы. Патроны. Будут у меня. Блин, патронов, конечно, капец. Хоть, блин, с ножа на Рэмбо иди. Что делать? Если хочешь жить, борись. Если надо, подерись. Так, даже... Чрезвычайная ситуация. Силовое поле активировано. Опа! Такс. Оу! Тан-т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 ан. Блять, самому смешно, честно. О! Вот это поза. Ёлочки-чики-чики, о бой, эл глой. Ладно, не будем издеваться над трупами. А хотелось бы. Не правда ли? Так, это что? А, это Hell. Help me us, да? Пам-п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 ам. Ага, то есть это будет идти постоянно, да? Печально, дамы и господа, что поезд движется. Постоянно движется, да? Не иди в ту сторону, там поезд, он говорит мне. Ладно, чувак, я понял. Так. То есть тут силовушка. А на той стороне что? Проход. Там тоже проход? О! Да, ящики, кстати, надо вскрывать. Так, стоп. Нас что, нашли так быстро?
закрой меня! Гляди, вон он! Что за черт? Мама! Ой, блин! Да сдохни ты, заебал! Сколько стреляет, а сука живет. Извините, вырвал. Ты подохнешь! Да? Че, правда? Ну, давай. Ой, блин! Иначе его сбежать! На нет и суда нет. Прикрой меня! Стоит! Ой, блин! Все, сдохли. Говноеды, блин. Так. Главное, чтобы бочки не взрывались. Это будет... Будет очень грустно, если бочки взорвутся неожиданно, да? Сколько у нас там патронов? Оу, сорян. Бочка сорян. Так. На всякий случай, как говорится, коль моль не мешает, да? Вон он, там, так, ты сдох? Нет. Двигай! Жри свинец! Жри свинец! Мама! А чё не папа? Оу, Макарена! Мама! Мама? Да вы сколько там? Мама вас всех породила, да? Ё-моё, а? Ребят, вы прям это... Мамины. Все. Оу, мама, я хочу быть с тобою. Так, и чё, всё, что ли? А, нет. Эй-эй-эй, ты чё? А чё на меня бочком накатить, а? Вот козёл. Взял бочку, взорвал, цепная реакция пошла, и всё. А я, блин, заранее взял эти тупые аптечки. И чё мне теперь делать? Блин, ну офигеть, ребята. Вы меня в безвыходную ситуацию просто поставили. Так, стоп, а может... Сейчас. Мне интересно, заработает? Да, бред какой-то, вообще ничего не работает. Ой, блин. Блин. Чё-то я не могу настроить волну. Так, три гранаты для... Что? Стоп, вот это что получается? Теперь даже исчезают эти, что ли, аптеки? Блин, ну это было бы не круто, если аптеки исчезают вообще. Я как бы такого счастья бы не хотел. What the fuck? То есть получается, что в скором времени меня могут просто поиметь, да? Мои комментарии неуместны в данный момент. Ну что поделать, если ты... Да, это называется... Тупанул. Ну что поделать? В таких ситуациях можно сказать только одно. Loser. Ну и ладно. Так. Еще одна. Ага. Вниманию сотрудников службы безопасности. В секторе Б6 происходит боестолкновение.
Отряд Геккон не отвечает. Стреляй в него! Проясните ситуацию. Станция перекрыта до дальнейших распоряжений. Я перезаряжаю. Ха, нравится? Кто еще сосунок? Идиоты. Оу. Сдохни, гад! Я вообще не думал, вы мне что-то дали, блин. Помимо. Сдохни, гад! Эй, вы чё там, офигели? Да идите в баню, попарьтесь. Ну давай. Пам, 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 пам. Все? Так. Да не нужен мне пока ваш автомат, блин. Блин, капец, как назло. Патроны есть, аптек нет. А, вот. Ну да. Хоть что-то, конечно. Зато давайте будем быть на грёбаном пистолете, да? Так, а мы тут все вроде взяли, да? Вроде да. Блин. Я теперь забываю, когда я включаю свет, когда нет. Ну ладно. Ага. Воу. А, это теперь типа фишка игры, да? Капец. Но... Открывайся, йо! Внимание! Сообщение для вашей безопасности. В тоннеле С-16 возможен прорыв воды. Транспортная система отключается. Отключайся. Мне-то чё? Так, типа полные патроны, да? А если перезарядиться? Возьмет? Возьмет. Так, насчет автомата я не уверен. Тревога! Насчет пистолета он всегда в моем распоряжении. Так. Вот это поворот, да? Нравится. Нравится, моя красавица. Конечно. Почему бы? Что жрать? Ты определись, что жрать? Умри! Ой, блин! Ну и чё ты прячешься? Выходи, сука! Умри! 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 Давай, давай. Всё? Потрачено?
Если бы это была GTA, да? Так, стоп, что-то. О, зашибись. Кто-то, мне кажется, там вышел, да? А, это ворота закрываются. Ну ни хрена себе. Ага, наверное, сюда. Если светится зеленым, значит иди туда. А зеленые, это хорошо, да? Так, ну насчет того, что закрыто, это понятно. В принципе. Что закрыто именно здесь. А как наверх попасть? Никак? То есть наверх к этим козлам никак не попасть, да? Печально. Сделаем тогда сохранение сами, да, как говорится. Прикрой меня! Не двигаться! Ну стой! Нет! Да? Я тебя и не заметил, сдохни, гад. Сдохни, падла! Пока. Ты чё, от меня ожидал, что я тебя пощажу, да? Не, я тебя щадить не буду, друг мой. Так. Ладно. Так, стоп. А там что, тупо патроны? Ой. Я хотел с пистолета... Ой, с этого пострелять. Так, стоп. Так. А, все, максимум, да? А, скорее всего, типа, нам туда и надо было, да? Ну ладно, ладно, пойдем тогда тут туда. Что? Там на миллиметр аптечка потратилась. Блин, вы серьезно? От падения я просто... Класс. Так, вот только не говорите, что... Твои методы мне нравятся, Джек. Сейчас ты в кратере вулкана. Весь этот комплекс построили русские во время Холодной войны, чтобы исследовать потоки плазмы, исходящие из ядра Земли. Потоки плазмы? Ладно. Лучше скажите, что это за типы. Это сейчас не имеет значения. Гораздо важнее, чтобы ты попал на стоянку подводных лодок. Прямо перед тобой система технических ходов. Иди вдоль нее, там будет стоянка. Уровень 2. Да, интересно. Девки пляшут. Так. Что нам делать? Вниманию персонала. Курение на всей территории комплекса запрещено. Не лезь под ноги! Кто бы ты ни был, тебе нас не остановить! Всем отрядам найти его! Убить сукина сына! Хуй тебе! Это был Корвин, номер один в ЮА.
Пришел лично понаблюдать за последним этапом и позапугивать работников. Он полный псих, но от безумства до гениальности один шаг. И где суки? Там, что ли? Чувствую, что да. Интрига. Взрывай дверь. Эй, ты! Прикрой меня! То есть до этого все будет закрыто, да? Вот это поворот, копать его в рот. Тут. Так, стоп. Это ж просто открывается, да? Будем считать, что да. Так, ребята, меня заколебали вы. Ну, вообще нравится вас убивать. Бросай бочки! Не стоит связываться с ее... Сосанок! Что у тебя есть? Есть поесть, я не против. Поделись. Если надо, отъебись. Да не крути ты головой, я понял, что у тебя нету, чувак. Так, в принципе, отлично. Сохранимся тут. Вот. Так что с вами был Денис. Я надеюсь, вам этот трешняк забавляет. Вот, он хоть и старый, но в свое время он был, конечно, забавный. Можно, в принципе, поугарать. Я знаю, что никто не станет такое играть. Ну, хотя вы бы посмотрите, поугараете от моих комментариев, от игрового процесса. Так что до новой части. С вами был Денис. До встречи, чуваки.